Главная цель рейда – отдых за рулем, профилактика дорожно-транспортных происшествий. Останавливая автомобилистов для проверки документов, полицейские призывают водителей из дальних регионов страны соблюдать режим труда и отдыха. Сотрудники полиции предупреждают водителей на автодорогах быть предельно внимательными, не управлять транспортными средствами в утомленном и сонном состоянии и при необходимости сделать остановки в местах, отведенных для отдыха в пути. При проведении акции полицейские обращали внимание водителей на то, что по дорогам нельзя передвигаться без перерыва. Он должен составлять 2-3 часа, а также рекомендовали избегать агрессивного стиля вождения. Сергей Лаптев за рулем большегруза более 20 лет. Едет с Ульяновска. Рассказывает, как только устает, сразу останавливается на обочине и отдыхает. И несмотря на то, что расстояние Самара-Ульяновск небольшое, время для сна обязательно находит. Опыт у дальнобойщика внушительный. Раньше, когда я ездил, на дальнее расстояние, я вставал, потому что за рулем уснуть 5 секунд. Не заметишь даже, как уснешь. Самое распространенное объяснение причины любого ДТП – не справился с управлением. За этой общей фразой часто прячется усталость водителя. В сонном состоянии у водителя снижается внимание на дороге, и он не может быстро снизить скорость или избежать столкновения. Инспекторы призывали автолюбителей делать перерыв в пути для отдыха, а также не подвергать опасности попутчиков. Всем участникам рейда сотрудники госавтоинспекции вручили памятные подарки. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.